наступит Армагеддон, поймет богач и поймет бедняк, что был умиротворец. А творец устало потрет глаза, творец спрячет свой лаптоп и будет грустно смотреть с облаков. Он чай с сушкой попьет и тихо ляжет спать, и будет видеть странные сны, где к Богу приходит мать. Послушай, сын, послушай, Бог и отец, ты очень нехорошо поступил, устроив Армагеддон. И он не скажет про Соня Луки, завтра исправлю, мам. Ты главное не поскользнись, гуляя по облакам. А утром он встанет, откроет лаптоп, набьет три буквы рай, возникнет Ева, Адам и плод, и скажет Господь, выбирай. И будет рассвет сменять восход, и семь лет подряд, и каждый будет решать для себя, что есть рай, а что есть ад. Когда подавлен, а когда ты рад, кто хозяин и кто здесь раб? Ведь Бог получил СМС. Послушай, сын, послушай, Бог и отец, ты очень нехорошо поступил, устроив Армагеддон. И он не скажет про Соня, окей, завтра исправлю, мам. Ты главное не подскользнись, гуляя по